Планета Плутон – это единственная из известных карликовых планет, имеющую атмосферу. Атмосфера Плутона непригодна для человеческого дыхания и имеет небольшую высоту. Когда Плутон находится в перигелии, ближе всего к Солнцу, его атмосфера принимает газообразное состояние. Когда Плутон в апогелии, дальше всего от Солнца, его атмосфера замерзает и выпадает в осадок на поверхность планеты. Но если у вас будут быстрые ноги и компас, то вы сможете сориентироваться по звездам и найти золотую серединку между холодом и жарой, и выжить какое-то время. Кстати, у Плутона обнаружено 4 спутника. Харон назван в честь паромщика Ада. Никс в честь греческой богини ночи и тьмы, Гидра, по имени девятиглавая змея, охраняющий ад. Похоже, что название давал сам Джордж Мартин. Есть еще безымянный спутник, S2011, который был открыт совсем недавно. Но вы уже, наверное, догадываетесь, какое будет название. Возможно, что-то вроде «Встревоженный Квазимодо» или «Скорбящий скорпион из преисподней»? Посмотрим. Итак, к делу. Космический аппарат НАСА сделал эти потрясающие снимки Плутона всего через несколько минут после максимального сближения с карликовой планетой. В момент съемки Солнце находилось за Плутоном, поэтому на фото заметны лучи. В верхней части изображения видны ледяные равнины, получившие название Долины Спутника, а также гора Наргей. На вставке в верхнем правом углу фотографии показан увеличенный сектор Плутона с любопытным светлым образованием, недалеко от центра изображения. Учитывая масштаб картинки, длина таинственного объекта должна составлять десятки километров. Ученые предполагают, что в объектив попало облако, зависшее в атмосфере Плутона на малой высоте. Согласно существующим моделям, в газовой оболочке карликовой планеты могут появляться облака метана. На вставке в правом нижнем углу видны детали ночной стороны Плутона. На изображении можно различить широкие долины и острые пики высотой до 5 километров. И мы видим детальное представление о рельефе Плутона, который можно наблюдать с удобного ракурса только в сумерках. Участок карликовой планеты, попавший в данную вставку, составляет 750 километров в ширину. Конечно же, мы все хотим покататься на рельефных горках Плутона. Лучше всего это сделать на мотобайках разного рода. А как их собрать, да еще и научиться ездить, вам подскажет мастерская Итана. Ссылка в описании.